Всем привет! Сегодня играем в игрушку World of Tanks Blitz. Она вышла на компьютере. Так, заходим через Steam. Угу. Так. Надо зарегистрироваться. Так, выбираем страну. Франция. СССР. Ну пусть будет СССР. Танки уже привычные к ним. Я просто в одно время играл в простой World of Tanks. На телефоне как-то у меня не зашло. Но у меня среди знакомых много кто в нее играет. Я помню, один даже купил новый телефон, чтобы в нее играть. И не тормозила она. Так, смотрелись, поехали. Управление как на телефоне. Мышка, обзор по экрану, тырчим. Стрелками вместо кнопок маленький джойстик на экране на телефоне появляется. Вот и все отличие. Даже графика такая же. Танчик. Нас обнаружили. На тебе гусеницу. Чего сейчас уничтожим? Есть. Обучение довольно простое. Убиваем пару танчиков, учимся стрелять, стреляем по движущейся мишени. Ну и все, в принципе. Так. Это основная броня. Тут у каждого танка свои преимущества и недостатки. Ехать, чтобы ему в бок стрельнуть. Так, целимся. На. Тут модельки уже чуть немножко похуже разработаны, чем на компьютере. Ну, графика довольно хорошая. Для телефона вообще крутая. Для компьютера, конечно, можно получше, но это онлайн игра. А онлайн игра графика не самая важная. Хотя и довольно хороший плюс. На, в жопу тебе. Так, ну все, обучение прошли. Так, ник занят. Странно. Ой, так. Ник нельзя русский. Ладно. Пусть будет так. Нельзя. Дефис. Тоже занят. А, я, наверное, уже регистрировался. Я на телефоне регистрировался, да, я там играл. Пусть будет так. Так, пусть загрузится. Вот ангар. Сейчас ангар синхронизируется. Так, синхронизация данных. Давай. Вот танчик. Есть улучшение. Есть немного денег.
В Блице все чуть-чуть попозже, чем в основном мегатанков. То есть мегатанков лайт. Это так. Хотя, по сравнению с первыми версиями Блица, довольно много всего натыкали уже. Даже количество танков увеличили. Я помню, как, по-моему, тут 2 или 3 страны всего было. Так, мы играем. Что, 6 на 6? Так, противники. Угу. О, вижу танчик. Промахнулся. О, попал. Так, меня заметили. Ой, опять промахнулся. Так, кто меня заметил? На. Кстати, игрушка вышла в 2014 году на Android. Сейчас она уже есть на iOS, на Windows, на Mac, даже на Nintendo Switch. Насчет одновременной игры на карте с другими платформами, я не знаю, вроде это у них не планируется. Точнее, может и планируется, но пока этого, по-моему, нету. То есть люди, которые играют на компьютере, они играют с людьми, которые только на компьютерах играют. Соответственно, на телефоне играют те, кто играет с телефона. Хотя они вроде обещали, или я где-то в новостях читал, что они все-таки сделают кросс-игру. То есть люди на телефоне смогут побиться с людьми на компьютере. Такая же карта. Ну, соответственно, да, карта тут поменьше, чем просто мех танков. Зато низкая, ну как низкая, невысокая графика позволяет запускать ее почти на любой технике. Многие, на многих телефонах у нас идет спокойно. Правда, на слабеньких телефонах FPS будет низкий, 10-15. Ну, на большинстве телефонах она уже по 25, по 30 FPS. Этого хватает поиграть. Да. Есть. Так, следующий. Давай. Вон там есть кто-то. Нет, там вот есть. Пытается. Нет, туда. Нет, туда. А, добили. Ой, врезался. Так, последний танчик. Ну, вот такая вот, в принципе, игрушка. Многие в нее играли уже. Многие знакомы. Фанатов у этой игры очень много. Если не играл, то явно слышал о ней. Так что я на этом заканчиваю. Всего доброго, до новых встреч, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока-пока.